никогда никого нет. У кого-то рядом никого не было. Марина, признавайся. Ребята, что за вопросы? Вера, а ты по ночам ничего запрещенного не ела? По ночам запрещенного. Алло. Сникерсы балеринам нельзя. Да я ничего не ем. Блин, откуда он узнал? Попыт! Ты ставишь попыт? Мы будем уничтожать еду, которую вы втихаря на балетных уроках хомячите. Балерины не едят. Они питаются одной зернышком росинки. Хоть ночью поем. Алло. Твикс с балерином тоже нельзя. Да я ничего не ем. Кому халать у меня бесплатно в сафетерии? Я подскользнулся на тараканьих кокульках. А кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, того сегодня ждет крутой сюрприз. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Девочки, первый экзамен. Какой? Симулятор бога. Что? Вышла замуж за старика ради денег. В рай или в ад? Куда ее отправить? Заводила связи на стороне. В ад, конечно же. Отправляем. Но она на состояние наследованное. Открыла фонд помощи жертвам насилия. Но это рай. Это рай, конечно же. Отправляем в рай. И там 20 против 10. Куда мы ее денем, Малина? Или в рай? Конечно же. Хорошо, я тогда попробую так. Мне надо точно ее отправить куда-то. Никогда не возвращала книги. Малина, ты возвращала книги? Я всегда в библиотеку возвращала. Хорошо. Да ладно, ну да. Серьезно? Малина, а ты пукала, когда никого нет? Пукала, когда рядом никого не было. Малина, признавайся. Ребята, что за вопросы? Представляю, хозяйкой кухни ела не палочкой, не а вилкой. Но... Что? А что это? Это не такое же серьезное преступление, Малина, я не знаю. Да я думаю, ничего страшного. Так, ну что, я ее куда отправляю? У меня 6 против 9. Нет, у нее рай побеждает, Малина, мне нужно жить. Все. Лера судит знаменитость. Я знаменитость? Вау. Итак, ну что, поехали. Кто это? Друзья, напишите в комментах, если вы знаете. Любила Джастина Бибера. А, ну это вроде ничего такого. Давайте это... Наверное, в рай. Лера, я бы в рай отправила. Ну, вообще, сидела на людях, которые отжимаются. Ну, это зло! А это вата ее срочно вата. Ну, вата, это же ничего страшного. Носила. Вата, у тебя же одежда, чтобы привлекать внимание к фигуре. Не привлекать внимание. Вата, ну это не страшно. Мешковатую одежду мы все носим. Конечно, я ее каждый день ношу вообще на мне. Короче, у нее 0 и 16. Друзья, отправляем ее в ад или в рай? В рай, Лера, ее в рай, она не заслужила. Ну что, Балди, мы справились с твоим первым экзаменом? Да, следующий экзамен в мою балетную школу! Чего? Принимай на экзамен! Лера, надеюсь, ты ничего вредного запрещенного не кушала сегодня? Нет! Лера соблюдает, конечно, все правила еды. Всю балеринскую диету! Почти. Балерина не может жрать столько сладкого! Я все вижу! Да ну нафиг! Малина, давай, проверим, давай, как Малина. Ты умеешь. Так, друзья, солнышки, мы сегодня поступим, надеюсь, в балетную школу. Давай. Я чем практически... больше ты отпихнешь соперниц, тем больше денег получит моя балетная школа. А так... на что ты собираешь, Балди? Я собираю на кафетерий, где вы будете кушать, но не думайте, не какие-нибудь там пирожки с чебуреками. А что? Вы будете кушать полезную еду, огурчики там, помидорчики. Короче, вообще жестяк, я не знаю. Опля. Глянь, какая красотка! Малина, не забывай, ты должна быть воздушной пушинкой, как любая балеринка. По-моему, у меня отлично, Балди. Супер, долетела, садись 3. В смысле? Почему 3, Балди? Я же почти все вообще выполнила. Балерин, давай! Малина, няну не разговаривай мне там. Я хочу вот такую вот юбочку. Вау! О, ребята! Красная юбочка. Лера, давай, молодец! Нет. Ты не забываешь, что балерина должна быть воздушной? Я лечу! Круто! А где мои крылышки? Где твоя юбочка? А где твои соперницы, кстати? Отпихивай! Лера, не забывай всех отпихивать! У тебя из-за этого растет юбка. Так, давайте, кто сегодня лучше победит, тот получает 1000 долларов, Балдина. И билет в мой кафетерий с огурцами. И пятерку. Да, конечно. Пятерку, Лера! А пятерку? Надо что-то наработать. Балди, да ты там едишь? Нет, я не ем. Вы что? Что-то хрустишь. Что ты хрустишь? Это огурцы с моего кафетерия. Балди, похоже на чипсы. Знаешь? Ну, это там чипсы со вкусом соленых огурцов. Новые, лейсовские. Да, короче, Балди, что это? А теперь мы будем уничтожать еду, которую вы втихаря на балетных уроках хомячите.
Мы ничего не хомячим. Да. Постоянно хомячите, Малина. Все твои вот эти девчонки толстые. Сейчас ты будешь уничтожать. Балди! Малина, ты мне бананы подсовываешь. Куда подскальзывался? Так, друзья, хорошо. Малина, гони свои все девчонки. Иначе из тебя балерина получится ужасная. Алина! Ё-моё, тут кто мне шипы подложил? Ну ты, Малина, кривоногая. Да. Ладно, Валерий, давай ты попробуешь. Опа. Наступаем, как великан ходит. Ты мне сейчас весь кафетерий поразвалишь. Подожди. Друзья, Кока-Кола. Опля. Ух ты, у тебя новые кроссовки. Ботинки. Это... Попыт. Ты давишь попыт. Ничего слушай, себе. Слушай, вообще круто. Нет попыт. Лера, круто. Да, но она еще не дошла до финиша. Интересно, как тебе это поможет стать балериной и сдать экзамен в мою балетную школу? Не знаю. Мы, по крайней мере, не будем слопать вот это все. Правильно. Да. Дави все, дави. А лучше мне приноси. Я же не толстею, я же худенький. Бал. С детства. Конечно. Ты так. Хочешь все это слопать, а да. Нам конечно, не даешь. Конечно, слопаю. Мне нужно кафетерий свой наполнять. Опля, оп. Это не я. Бал. Малина. Бал. Ты что-то хрустишь. Вот и там есть. Это новые чипсы, я же вам сказал. О, я дошла до финиша, Балди, не сейчас. Балди, иди уже, давай, твоя очередь. Поехали, кроссовки обуваем. Лера, тебе 2, ты что забыла? Балди, ну покажи нам, как надо ходить. Конечно, ты такой умный. Значит, смотрите, наступаем на всех уточек тараканы. И на всех таракашиков. Ваня, не позволю никому хавать у меня бесплатно в кафетерии. Балди. Я подскользнулся на тараканьих, как улька. Мне стошнило, извините, я сделал бе. Че ты вообще лежишь? С мостика! Ладно. Малина, давай посмотрим, как ты справишься. Малина, ты у меня вообще двоечница в классе. Балди, кстати, у нас друзья болеют. Поэтому давайте вам поставим лайк и подписывайтесь на каналчик, чтобы Балди выздоровел побыстрее. Кроссовки, уточки! У меня все-таки получается одеть. Ага, Малина, такие же, как у меня тараканы. Ну зачем? Кешу не дави. Что ты делаешь, Малина? Опачки! Аккуратненько! Блин, у тебя к ноге таракан прилип, ты видела вообще? Фу, ребята, жестят! Ну, что, на бомбу давай! Малина, так может $1000 выиграть, и мой кафетерий накроется тазиком! Ребята, поддержите мой кафетерий! Давайте, у меня золотые тараканы! Малина, какого, блин? Круто! Ребята, такого типа мама... Золотые тараканы. Обалдеть! Марина, ты сейчас выиграешь $1000. А я выиграла в профи, ребята. Как же мой кафетерий? Ни одного таракана мне не оставила. Лера, давай. Так, все, опля. Так, Валерий. Лера, будешь много хавать, выгоню с балетной школы. Мы так уже всю еду раздавили, Балди. Ничего не осталось. Опля. Ни в ямку не упасти. Прощай. Наша встреча была ошибкой. Ладно, ну мы уже похудели, Балди, давай. Показываю мастер-класс, как собирать на новую балетную пачку и выпасть всех с этого, с карты. Вы видели, какая юбка у Балди, прикольная? Мастер, вы уже такие огромные, большие, но я же воздушная, как пушинка. Я порхаю над всеми балеринками, главное в яму не упасть. Балди! Ты опять что-то лопаешь? Нет, балерины не едят. Они питаются одной зернышком росинки и одной семечкой. Я улетел, простите. Ты, по-моему, тебя ветром сдуло, да? Конечно, я же ничего не ел уже 3 дня. Малина, покажи. Малина, толстая тефтелька. Малина, давай, толстая тефтелька. Так, я не толстая тефтелька. Ты толстая. Толстая, выгоню тебя со школы, если сейчас 5 не получишь. Ребята, я не... Опа. Сталкивай, кафетерий скоро откроется, а денег у нас мало. Так, короче, да, Балди, я уже почти все юбки собрала. Ого, Марина, какая у тебя юбка, ты сейчас уже прощай. Прощайте, вы слабые. Балди, надеюсь, мне поставите хоть зачем. А у меня крылышки. Нет, Марина, у тебя твердая 3. Валерий, давай. А у меня крылышки. Ты глянь, какая красота, Балди. Держу крылышки. Лера, привет всем, давала название лучшей балерины нашего класса. Крылышки, по-моему, я не спасли. Ну, $1000 выиграю я. Посмотрите, как я порхаю. Я как бабочка, я даже не касаюсь земли. Ага. Ну, посмотрите, я как пушинка. Меня даже лезвия не берут, я такая худая. Это Балди. Не я. Это не я шуршу. Вы что, вы что? Балди, да ты жрешь. На тебе. Все пошли прочь с моей школы. Мы собираем деньги на кафетерий, где будем кушать только полезную пищу. Я не хочу огурцы одни есть, Балди. Хорошо, будешь копить воду.
О, да вот это еда, спасибо. Никакого хлеба и пирожков, и никаких малина тебе там чизкелек. А пироженка хотя бы маленькая. Никаких маленьких пироженок ты чё, только большие, и то не в моем кафетерии. Вау! Ребята, я долетела до 10. Ай, ладно. Тебе твердая двойка. Да, давайте. Нет, это тебе твердая двойка сейчас будет, точнее малине. Балдин. Ты всегда говорил, что мне тройка, а малине двойка. Вот смотри, как малина порхает. Ну все, Балди, я уже иду на экзамен, сейчас точно выиграю этот пятерочку поставить. Малинка, учись, как делать нельзя. Вот смотри, малина летит, и сейчас она как шлепнется. А что это я шлепнула? А потому что на предыдущей игре чизбургером наелась. И вот этого смайлика она задавила там, кстати. Да, малина. Вау, ребята. Что ты наделала? Ну, я с тобой. Малина в стране чудес. Я выиграю. Она небоскреба. Малина in Wonderland. Я выиграю. Смотрите, десятка. Ого! Все, Балди, мне пятерка наконец. Это 4 с минусом. Да как? Кто? Лёня, Валерий, какая юбка. Друзья, кому понравилась серия, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на наш канал. Не забывай про наш каналчик Валеришка Gameplay Max. Не забывай, много будешь кушать, в балетную школу не поступишь. Солнышки, вы на самые лучшие. Мы слышали. Всем пока-пока.